Дорога рядом с Плещеевской больницей – это как раз тот случай, когда жители ремонта не оценили. А активисты Общероссийского народного фронта встали на их сторону, заявив: работа над ошибками будет, добьются. Участок нового дорожного полотна переделают ради удобства людей. В Плещеевскую больницу обращаются в том числе и пожилые люди. А они сейчас в группе риска. Невнимательность может привести к трагическим последствиям. Так что дорогу лучше переходить в специально отведенных местах. Орловский район, он является самым большим районом в Орловской области, где проживает самое большое количество населения. Обслуживает данный район Плещеевская районная больница. В прошлом году происходил ремонт федеральной трассы «Орел-Харьков», так называемая, которую организация обслуживает. Остановка была перенесена, скажем, в соответствии с госпотребованием, чтобы она не была напротив друг друга. Сейчас жители Орловского района просят вновь перенести зебру. Правда, теперь указывают в совершенно противоположную сторону. Мне кажется, сюда поближе. Я так думаю, да, здесь удобнее было бы. Щебенка – это опять не решение проблемы. Необходимо сделать полноценный тротуар, который способен как бы оградить жителей нашего города, нашего вот района, Орловского района, которые пришли в поликлинику, обезопасить их, скажем, таким образом. Поэтому после выезда на место наши активисты Общероссийского народного фронта, мы сделали обращение в руководство дороги. Заинтересовались и дорогой на микрорайоне. Вернее, отсутствием остановочного павильона на металлургов. Орловчане ждут транспорта на месте парковки. Особенно остро проблема встает в выходной день. Остановочный павильон стоит. Но маршрутчики ГАИ, они останавливаются там. А когда они проверяют, они останавливаются здесь. Здесь просто годами сложилось. Я не знаю, как город на это смотрит. Может быть, они считают, что тот павильон для всех, а они просто нарушают, останавливаясь здесь. Но люди стоят тут всегда. И к этому вопросу тоже обещали подключиться активисты ОНФ. Жители микрорайона надеются на скорейшее решение проблемы. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».